Вот смотрите, какие наклеечки привезли. Всем огромный привет, меня зовут Елена. Я очень рада, что вы зашли на мой канал. Смотрите, какие классные, объемные наклейки. Одна вот такая, с птичками, с сапожком. Потом вот мне понравилась клетка красивая. Они приклеиваются в таких специально с двухсторонним скотчем на открыточке. Есть вот такие нежные с розами. И письмо тут есть. И даже здесь есть стразинки приклеены. Класс, супер. Для скраббукинга вообще замечательные. Так, это все виды я показываю вам. Все виды, которые тут есть у нас в магазине. Вот, в розовых, фиолетовых тонах. Ну вот, всего 6 видов, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6. В голубых тонах, в желтых, в розовых, фиолетовых, в серых. Все наклейки. Здесь еще богатейный выбор блокнотов. Клеточку, смотрите, новогоднюю, 2016 года. Они все прям блестят, так аж на свету у меня переливаются. Смотрите, какие разные. И их прямо очень-очень-очень много. Вон они сколько их. Смотрите, розовые, коричневые. И серебряные, и голубые. Очень много. Интересно вообще, сколько они стоят. Если 50 рублей. Я думаю, что их уже пора по 25 продавать. Тетрадки, блокнотики. Что бы ни случилось, запаситесь терпением. Солнце должно снова взойти. Оно всегда так делает. Здесь у нас разноцветные скотчи. Вот. Вся по кофе. Якобс. 99 рублей. Черная карта. Бразилия написано. 77 рублей. Индийский кофе 50 рублей. Цикори. Кофе растворимый. С добавлением молотого. Типа 55 рублей. Горячий шоколад. Какао. Несквик. Чай. С ароматом, чаек с ароматом бергамота, лисма, крепкий бергамот, заваркин индийский чай, с лимоном майский, зеленый чай пакетированный, 12 рублей, черный чай пакетированный, чай Тесс, кекс в кружке, а это что у нас? О, смотрите, мороженое. Мороженое домашнее, ванильное. Свежее, только добавь свежее молоко. А что здесь есть? Мороженое всегда дарит ощущение праздника. Настоящее натуральное домашнее мороженое. Десерт поднимает настроение и вызывает чувство радости и счастья. Влить охлажденного молока и добавить смесь. Взбивать миксером 3-5 минут для увеличения объема примерно 2,5 раза. Переложите в форму с тонкими стенками, поместите в морозильную камеру. Можно использовать мороженицу. Так, что здесь в составе? Сахарная пудра, глюкозный сироп, гидрогенизированное растительное масло, молочный белок, ванилин, измельчен загуститель, гуаровая камедь, стабилизаторы, ароматизаторы, пищевые, поваренная соль. Класс! Если не читать состав, можно вообще и взять. Фу. Я уже себе купила две таких селфи-палки монопода. Нормально работают, хорошо. Есть наушники, переходники, украшения декоративное, виноград. Наушники такие себе купила уже. Стряпочки, салфеточки. Здесь у нас
всякие подачки, трубочки. Все здесь посмотрели. Здесь на стенде у нас украшение декоративное, лопатка деревянная. Ну, тут, в общем, не очень-то все написано. Мне понравилось то, что вот этот кувшин стал 25 рублей стоить. Я вчера смотрела. Стоит 25 рублей всего такой кувшин. И тарелочки. Эти до сих пор еще не распродались. Тоже по 25 рублей. И вот эти контейнеры 25 рублей. Сюрпризы. Все это по 25 рублей. Книжки. Совочки. Загородки. Салфетки. Вот тоже обратите внимание. Вискозная салфетка. 6 штук. Легко стирается. А вот это у нас что? Оформили карту в Богемии. И нам дали стаканчик с Никитой. Один красивый стаканчик. В магазине вообще великолепный ассортимент. У вас это хрусталь, да? Смотрите, сколько скидок вообще. Бешеные скидки. Серьезно? Какие скидки? А это везде? Ну вот я имею в виду на весь товар скидка. Представляете? Смотрите, какие подсвечники. Всего 500 рублей. 598. Шкатулкость. Ага. Ну, пока выдают вот эти, да? Карточки. По карточкам стаканчик будет до конца месяца. Новым покупателям. Ложки, смотрите, для детей какие классные. Красивые. Богемия. Классные. А мама, где этот легендарный стакан? Легендарный стакан. Я покупала уже фужеры красивые, большие, для шампанского. И бокалы покупала, и покупала кружки. Ну вот, сервизы какие шикарные. Ну все. Да. Какая дверь крутецкая. Что тут интересного? Называется... Шаурма-маркет. Сравним, вот что игра. Тут спиннеры. Ой, один галактический. Да не то слово. Другой вообще космический. Вообще. Вот это золото. С чистого золота. Да, золото Макены. Он бы тогда стоил 5 тысяч долларов. Ой, ничего себе. Вот это у тебя спиннер. А ну, да. Покрути, посмотрим. Класс, вот красивый. Распутывание не получится. Вот красивый какой. Эти уже наигрались, прелесть. Спины им уже надо палками помахаться. Я его с мячиком посадить. И долго крутится, и бесшумно. 5 минут. Если я свой раскручу, то как я схожу, я буду крутиться. Какой классный. Вот это...